Еще одно место гибели наших летчиков. Я его нашел более 10 лет назад, показал поисковой бригаде. Они отложили, а потом отсюда молодая бригада поисковиков от 12 лет до 16 стали поднимать останки двух наших летчиков. Место падения самолета Ил-2 из состава 943-й ШАТ, 277-й ШАТ, 13-й воздушной армии, экипаж. Мишин Михаил Николаевич, младший лейтенант, старший пилот 16-го года рождения, уроженец УССР, Украины, Сталинской области, Чистяковского района, город Красная Звезда, улица Первомайская, дом 27, квартира 2. Мать Мария Павловна, призван Макеевским РВК. Сталинской области. Второй летчик. Чаин Николай Николаевич. Сержант, воздушный стрелок 22-го года. Уроженец РСФСР. Город Москва. Красная Пресня. Дом 39, квартира 39-19, квартира 9. Мать Татьяна Федоровна. Призван Краснопресненским РВК города Москвы. Погибли 2.05.1943 года в воздушном бою с истребителями Гитлера, противника в районе Новая деревня. Новая деревня, это еще Гладкая так называлась. Вечная память героям. Вот ребята прибили табличку, сделали. Вот такие вот остатки от самолета. Поисковая бригада здесь хорошо поработали, быстро. Ребята молодые, с девчонками. Я их встретил, они буквально на второй день начали здесь уже поднимать останки. Это возле поселка Гладкое, Тосинский район. Уроженец Москвы и УССР, то есть Украинской Социалистической Республики. Вот так раньше воевали все бок о бок. Украина и наши солдаты. Они все были тогда наши советские солдаты. Сейчас почему-то все пошло не так, все разделилось. Так что, а мы тут с собачками зайца ищем. Здесь зайчьи места. Так что вот место гибели летчиков-истребителей.